когда я как-то написал свою первую песню. 19 лет, это была песня «Мои друзья». Сколько ты получаешь в среднем в месяц? Интересно ли тебе ездить выступать по школам? Я, может быть, второй раз всего выступаю в школе. Вот, что касается, сколько я получаю в среднем в месяц, я не знаю, не считал. Ну, я на самом деле не считаю, потому что есть так есть, а нет так нет. Ну, слушаешь ли ты Сева Новгородцева? Нет, не слушаю, потому что у меня нет ни на чем, ни некуда. Как вы относитесь к Борису Борисовичу Гэ? Мне не нравится в последнее время песни группы «Аквариум» новые. Я считаю, что они хуже, чем старые. Но отношусь, тем не менее... Отношусь, тем не менее, очень хорошо и так, приятельски. Кто из состава кино сейчас работает в Ленконцерте? Так, работают три человека. Это Юра, Густав и Игорь Тихомиров работают в группе «Поп-механики». Как вы относитесь к Элвису и к Битлз? С уважением. Спойте, пожалуйста, новую песню. Ну, что для тебя главное в жизни и счастлив ли ты? Это два вопроса, на которых очень трудно ответить. То есть, я так начну не сразу. Так, вот опять вопрос, как я отношусь к Гребенщикову и его группе. Правда ли, что «Мелодия» выпустила два диска «Миньона» вашей группы, и как вы их к этому относитесь? Я отношусь к этому философски, потому что не имею, как уже говорил, никакого отношения. Все еще работаете кочегарным в котельной? Нет, уже не работаю, к сожалению, месяц как уволился. Теперь не работаю нигде.